Всем добрый вечер. Пришли от бабушки. Всем бабушки в гостях. Ванюшка говорит, привет. О, бабушка конфет надавала, в общем. Готовлю Ване сэндвичи. Натираю на терку колбаску, сырок. Хлеб. Хлебушку мы режем. Аккуратно, не доломай до конца. Конвертиками. Будет Ванюшка во яичко обволакиваешь. И на сковородочку. Я себе делаю чаечек. Ну, в общем, что, я посадила сегодня еще два лотка помидор. Не знаю, что оно там будет, что получится. Ну, короче, что будет, то будет, господи Иисусе. Ну, продолжаем дальше Ванюшке сэндвичи лепить. Вот это наша шкодная, опять пришли мы домой. Она опять притащила картошку. Это ужас какой-то, она опять это дело сделала. Она опять нашкодила, опять трусится вся. В общем, шкодная, тапочки мои по всей квартире тягала. Не может она никак быть одна, ей очень скучно. Она прям плачет, когда одна. Ванюхин тут. Это тетя Дина из магазина, она тут моет полы на реакторе. Все строит, тут это все. Это можно тут позвонить. Алло, алло. Вот так. Алло, да, 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 тетя Дина, что хотели, ага. А, в смысле завезли новых аниматроников? Mm-hmm. Хорошо, приедем. В общем, Ванюшка тут играет. Здравствуйте, это спит... Я тетя Дина из магазина швабру бросила. Опять мне по лицу их даст потом. Что разбросала сама. Кошмар. В общем, пока я остановилась с ремонтом, пока у меня нет настроения из-за того, что вот не получилось. Видите, краска легла очень плохо. А это что? Ну, там я планирую нарисовать рисунок. Я потом, в общем, покажу вам, как оно все будет выглядеть. Ну, зеленый, я не знаю, пускай, видимо, остается уже, но что уже делаешь. Как будет, так будет. О, смотрите, ребята. О, уже нашел ружье. И пульку. Пульку. Капулька. У Вани капулька. Даже кофта. Кофта Майнкрафт. Это не Майнкрафт. Майнкрафт. Нет. Это человек из Майнкрафта. Короче, видите? О, уже куда-то налепил, но это ужас какой-то. Так, пойду я дальше делать ему сэндвичи, буду кормить ребенка. Так, вернулись мы к сэндвичам. В общем, смотрите, вот эта начинка у меня. Господи, колбаса варенка на терке, майонез и сыр. Здесь два яичка, ну и хлебушка, вот как Ванюшка вам показывал. Сейчас я вот этой начинкой начиняю хлебушку. Потом я обволакиваю яички и на сковородочку. Кстати, помните, в предыдущих видео я показывала, что купила торт Сникерс и торт Зебру. Так вот, это не торт. Вот это торт Сникерс, как бы, как говорится, да? Но это не тортик. В общем, это как настоящая шоколадка Сникерс. Только вот она идет, ну видите, вот брусочками продается. Кстати, очень вкусная. Я режу ее ножиком. Если ее в холодильник не положить, она мягенькая. Если в холодильник положить, она будет твердая. Кстати, обалденно, очень вкусно. И не приторно сладко, но идеально в самый раз вот для обедок. Когда Ванюшке нарежу тарелочку после обеда, там, когда пообедает. И он кушает. Это шпажки купила, еле нашла. Завтра ему надо на технологию дизайн. Что-то будут интересное делать. Шпажек у нас, я не знаю. У нас возле дома зашла. У Яры шпажки есть? Нету. Ну, в общем, вот шпажки. Скотч. Клеить завтра что-то будут, не знаю. Завтра придется школа, покажет, в общем. Ну, вот что у меня получилось. Мы их обжарили, яички. Туда-сюда яичко поджарилось. Начиночка внутри получилась у нас. Сырочек растаял и очень вкусно. Попробуйте, деткам, я думаю, понравится. Ингредиентов минимум 100 грамм варенки, 50 грамм сыра, чуть-чуть майонезика, чтобы не было, чтобы оно было липкое, собиралось в кучку. Два яичка обжарили, и все отличненько будет. Не пожалеете, очень-очень-очень вкусненько получается. Ну все, вечерок наш. Угадайте, что это? Не знаю. Это флаг Украины. Как я не догадалась, сыночек. Ну, в общем, тогда до завтра. Все, всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Влоги выходят каждый день.